Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, интервью предполагаемых отравителей Скрипалей. Путин посоветовал им обратиться в СМИ. Что это? Слив агентов? Перед микрофоном они явно нервничали. Да и выглядят они явно как агенты спецслужб. Ну, я не знаю, это, наверное, в сериалах такие агенты спецслужб. Они явно не выглядят как агенты спецслужб. Даже агенты специально подготовленные, чтобы выглядеть не как агенты спецслужб. Значит, управленческий маневр, сделан в Скрипалей, находится в активной фазе. Гейм с Петровым и Башировым еще не разыгран. Это очень интересная вообще вещь. Что касается вот этих двух людей, к спецслужбам они никакого отношения не имеют, именно поэтому их выбрали спецслужбы Великобритании. Вот. Значит, не совсем вот как бы вот лишнего не сказать. Вот здесь, поймите, главное, вот в чем суть. Там все замыкается на то, что они были в нужное время, в нужном месте. Вот главное в том, что они там были. И вот Петров и Баширов, они боятся не зря. Потому что теперь следующий шаг британской разведки, контрразведки или там чего, кто там занимается спецслужбой, это ликвидировать Петрова и Баширова. И они боятся не зря, они пытаются получить защиту. Так что я... Пусть Сергей Викторович знает, что делает.